Наша жизнь – отражение нашего сознания. Это значит, что все, что происходит в нашей жизни, создано нами самими. Мы являемся авторами сценария под названием «Моя жизнь». Мы создали этот сценарий. Мы являемся режиссером этого фильма, и мы играем в нем главную роль. Остальные люди, которые приходят в нашу жизнь, они получают от нашего сценария, от нашего сценариста, продюсера, режиссера роль, которую они играют. Для чего? Чтобы научить нас чему-то. В каждом случае, чему-то своему. Это означает, что наша жизнь и все события нашей жизни есть следствие. Есть просто следствие. А причины всего находятся в нашем сознании. Там сценарий, там режиссура, там стоит проектор, который проецирует этот фильм вокруг нас, и мы воспринимаем его как свою жизнь. Вот это постулат, основополагающий принцип, как устроена жизнь.